Всем привет! Обращаюсь сейчас к уважаемым участникам инициативной группы и сторонникам создаваемой оппозиционной партии «Алга Казахстан». 22 февраля мы в 11 раз подаем на регистрацию партии. Большинство из вас не осознает, насколько важно выходить всем вместе в огромном количестве к Министерству юстиции, к департаментам и управлениям юстиции в своих городах и районных центрах. На последнем судебном заседании судья объявил, будто в списке имеются умершие, иностранцы и военные, но при этом не поясняют, кто именно. То есть получается, что любого из вас в итоге могут объявить таковым. Поэтому необходимо собираться и показывать, насколько нас много, что мы живые, не иностранцы и так далее, и так далее. Власть прямо злостно не желает, вы же видите, чтобы была настоящая оппозиционная партия и злостно нарушает наши права. Подсылает полицию запугивать участников инициативной группы, что вообще противозаконно. Хотят, чтобы мы боялись. Но вы четко должны знать, что никакие нормы закона не нарушаете, а напротив, их можно за это наказывать. Когда представители власти по каким-либо причинам нарушают свои обязательства, люди должны защищаться и законно требовать от государства соблюдения прав и свобод. И в нашей ситуации наиболее эффективным способом сейчас является объединение с другими людьми, с единомышленниками. Так что 22 февраля в 11 часов дня все активно собираемся. А также хотелось бы отметить очень важный момент, что организаторы и волонтеры партии лишены многих возможностей, много чего сейчас мы не можем себе позволить по продвижению партии именно из-за ограниченности финансовых средств. Мы очень просим понять все факты по возможности делать финансовые вклады. Реквизиты указаны в тексте. Мы заранее благодарим всех и призываем не останавливаться на пути к цели и действовать, действовать, действовать.